Отдал долг отчизне – получить деньги. В региональном правительстве подготовили законопроект о поддержке призывников и их семей. Кадровые военные льготами обеспечены. Наступила пора материальной помощи для парней-срочников. По проекту мужчины, которые недавно отслужили в армии, несколько лет будут получать выплаты в размере 5000 рублей. Также солдатам обеспечат мероприятия по профориентации. Ведь не все молодые люди успевают получить образование. Законопроект разработали по инициативе губернатора Сергея Морозова. Регион берет на себя определенные финансовые обязательства, а это порядка 80 миллионов рублей ежегодно для вышеназванной категории граждан. Я хочу сказать, что закон сам по себе уникален, потому что аналогичного закона нет на территории Российской Федерации. Законопроекты, направленные на благосостояние региона, тоже обсудили на заседании правительства. Для предприятий инвесторов предлагается понизить налоги на имущество. При условии, если инвесторы принесут не менее 50 миллионов в казну в первые 3 года, либо в первые 5 лет, объем капитальных вложений составит не менее 500 миллионов рублей. О региональной фармации тоже позаботились. Для того, чтобы цены на лекарства не росли, предлагается урезать налоги для аптек. Введение пониженной ставки в размере 1% на системе дохода по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, реализующих лекарственные препараты. Законопроекты поддержали в правительстве. Далее их рассмотрят парламентарии в законодательном собрании Ульяновской области. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.